Ну, всем привет. Пошел я сегодня в такую погоду с маламутой прогуляться. Что-то дома им особо не сидится. Ну, решил их выгулить. Вон они тут бегают. Вон тут фрейка бегает, ну и остальные. Погода-то, в принципе, нормальная. Дождя нету. Снег такой пушистый выпал. Хороший. Ну, первый снег, как бы можно сказать, еще такой более-менее. И маламуту нравится бегать по первому снегу. Сразу у них настроение поднимается. Так что вот прогуляемся, по дороге пойдем сейчас. Сейчас одну белку они загнали на дерево. Но она спряталась и не успел я ее заснять. Где-то в елке запряталась такие. Хотел, как надо было сразу включить камеру и заснять это, ну ладно. Еще, может, где-нибудь увидим. Попробуем. Просто интересно было, так они его прогнали. И она забежала. Ну, не успел я заснять, конечно. Ну, ничего страшного. О, они бегут по дороге. Вот они, вот они, вот они. Ладно, еще перейдем туда. Дойдем до речки. Посмотрим, как вода поднялась. Вон, нардец. Нардец, толстяк. Да? Что-то уже нашли где-то. Вот они все здесь. Все здесь. Ну ладно, пошли дальше. Че, белку загнали? Не съели, надеюсь. Ну, попробуем погонять зайцев на полях. В прошлый раз вот я видел двух зайцев. Может, получится и в этот раз. Если, правда, потеплело. Ну, в прошлый раз зайцы были. Может, растительники есть. Сейчас посмотрим. Погоняют, не погоняют. Если найдут, погоняют, наверное. На полях удобно, он далеко не убегает, заяц. На юге еще сзади он на подхвате. Если рядом где-то выбежит. Обычно здесь покоряк выбегает. Ну, зайца надо искать, как я посмотрел, по погрызам осины. Если погрызы на осинках есть, вот арка здесь. Если на осинках есть погрызы, значит заяц живет. И можно уже быть наготове. Пока погрызов не видно. Ну, пока зайцы были, наверное, где-то живут.